Здравствуйте, дорогие читатели! Наше мероприятие проходит в рамках пропаганды чтения. Что нам дает чтение? Чтение развивает кругозор, формирует личность, воспитывает культуру, нравственность, обогащает словарный запас, способствует формированию четкой и красивой речи. Читая, мы открываем для себя новый мир, мир волшебства и волшебных сказок. С каждой прочитанной книгой, статьей или газетой мы пополняем свой словарный запас, узнаем много нового. Здравствуйте, меня зовут Глизинова Рената, я учусь в 7 классе. Я очень люблю читать, и мое любимое произведение – это «Золушка». Оно учит нас трудолюбию, доброте и целеустремленности. Я хочу посоветовать и пожелать вам всем читать книги и найти ту самую, которая будет вам по душе. Здравствуйте, меня зовут Сальникова Анжелика. Мое любимое произведение – сказка «Аленький цветочек». Это сказка о любви. Суть в том, что иногда ради близких людей можно чем-то жертвовать. Я хочу пожелать всем, чтобы они читали книги, так как в них можно найти много полезной информации. В заключение мы хотим пожелать: читайте как можно чаще. И не важно, что это будет – роман, фантастика, детектив или научная литература. Развивайтесь, узнавайте неизвестные для себя факты и удивляйте ими других.